Давай. Она не накрашена. Только не меня. Раз давай для истории. Привет. А тут у меня бабушки сидели. Ты видел, как бабушка сидела? Как они пели. Это твоя тетя? Нет, это моя племянница. Так, ну что, друзья, я вам сейчас покажу дорогу. От рабочей в Сич мы едем. Яхт-клуб. На шестую победу. Это будет видео только дорога. А саму Сич я вам сниму отдельно на другую камеру. Ну что, поехали? Поехали. Так, ну что, друзья, едем. То, что я буду комментировать, ну то, что знаю, буду комментировать вам, как в прошлый раз. То есть у нас сейчас дорога, скажем так, с рабочей на шестую победу. Едем. Так, друзья, это детская баскетбольная школа номер 5. Мы едем по улице Макарова. Макаров — это наш легендарный генеральный директор ЮМЗ, когда-то был дважды герой социалистического труда. Раньше эта улица называлась Большевицкая. Друзья, вы видите, это плавательный бассейн. Он был открыт в 1970 году. Чуть дальше я вам сейчас покажу. Это Ледовый дворец. Он был открыт в 1984 году. И на открытии присутствовал парторг Кучма. Да-да, тот самый парторг, который потом стал президентом Украины. Леонид Данилович наш. Восточная проходная ЮМЗ. Южный машиностроительный завод. Изготавливал страшный сон американцев СС-18 по классификации Сатана, по классификации НАТО. Называлась эта ракета. СС-18 и СС-20. Едем дальше. Вот здесь когда-то был пивбар «Пятачок», такой легендарный. А вот это, видите, рельсы, трамвая. Здесь ходил какой-то 10-й номер трамвая, ну потом его отменили. Ну, видите, уже давно не разворачивается здесь ничего, поросло бурьяном. Справа за забором это стадион. При его реконструкции было обнаружено много останков. И вот памятник этим останкам. Здесь было расстреляно 20 тысяч мирных жителей во время оккупации 1941-1943 года. Здесь был противотанковый ров, в который и были сброшены все расстрелянные. А это шинная. Сейчас мы выйдем, уже вырулим на шинную. Это героев Сталинграда. Видите, сегодня пустой город. Все отдыхают. Кто за город уехал, кто в деревню к бабушке, ну или дедушке. Так, мы выехали с вами на Запорожское шоссе. Впереди у нас жил массивы тополя. Они начинали строиться 71-72 год. Друзья, не поверите, я еще помню. Вот это вот все было пустое поле с поваленными деревцами. Это примерно был 72 год. На моей памяти еще. Этих домов не было, ничего вот этого не было. Так, повернули мы и спускаемся по Космичке. Справа это жил массив Сокол. Сокол-1, Сокол-2. Он начал застраиваться чуть позже тополей. Это больница-поликлиника. Детская. Вон, видите, впереди две свечки. Сейчас подъедем, я вам расскажу о них немножко. Ну,
скажу два слова. Вот эта площадь получила название Площадь Победы, но в народе не прижилось это название, и оно сейчас ходит как круг. Вот две свечки. Скажу так. Одна была построена в 79-м, вторая в 84-м. Но планировали три построить, но так и не была построена. Кстати, по проекту нашего знаменитого архитектора Павла Ниренберга. Тут, который горисполком спланировал, летний театр в парке Шевченко. Это все его проекты. Сейчас он, или не знаю, короче, уехал в Штаты он жить. Кстати, вот здесь мне подсказали, умер 2 года назад. Это кинотеатр «Салют», тоже в Занепаде. Так, бульварчик красивенький здесь вот. Ну и вам скажу, здесь на Победе, на момент постройки 1972 года, самый длинный дом в Украине. Но об этом я сниму видео отдельно, уже запланированы съемки о нашей китайской стене. Мы подъезжаем уже к Сечи. Ну вот мы, друзья, и приехали в Сич. Дорогу я вам показал. А уже дальнейшие съемочки, это уже отдельное видео. Так, ну все, друзья, на этом я заканчиваю видео. Следующее о Сичи видео. Пока, с вами был Виталий Пискун и канал Vital Way.